Россия ни к чему, ребята, не стремится. Поймите вы меня и услышите. Не в России дело. Я уже где-то говорил. Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно, по-дружески потребовал. Просил, потребовал. Верни мне это пока оружие. Мне его достаточно. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали.